Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube канале. Сегодня я решил залететь на гагдропчик. У меня на бальке 15 036 рублей. В прошлом видосе мы дошли до бальков 23 куска. Но я потом решил записать еще один ролик на свой второй канал на Никелар по гагдропу. И там мы все эти 23 тысячи, к сожалению, всрали. То сегодня заново поднимаемся с баланса 15 тысяч рублей. И надеюсь, хотя бы сегодня меня гагдроп, ну, в идеале, чтобы и в этом ролике я купил, и в следующем. Потому что, ну, сейчас идет какая-то черная полоса. Я за день в основном сливаюсь, и мне как-то хочется это исправить. Но мне кажется, это из-за того, что у меня недавно были видосы, где я с 10-15 тысяч рублей первоначального баланса доходил до сотки два раза. Это было прям вот в этом месяце, считай. То логично, что после такой белой полосы будет идти черная. Но надеюсь, она рано или поздно закончится. Полетели со старта Воин Дракона. 3 штучки на 6 тысяч рублей. Конечно, этот кейсик не то чтобы супер стабильный, но в прошлом видосе он меня в начале ролика хорошо окупил. И сейчас окупает отлично. 8019 рублей нам падает. И мы со старта видоса поднимаем плюс 2000 рублей к балансу. А самое главное, это как раз начать видос в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так вы закончишь, но вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также, напоминаю, за каждый депозитный рубль вам дают один дракоин. Вы можете вот сюда вот как-то перейти и зайти в режим полет к золоту. И вот так вот покупать яйца драконов. У вас дракон будет лететь определенное расстояние, и если он долетает до остановки, то вы лутать какой-то жесткий скин. Если он падает между остановками, ну, обычно падает говно. То есть тут как повезет. Но у нас сейчас явно до 50 тысяч метров он не долетит. Вообще мало, на самом деле, пролетел. За 7 тысяч драконов это прям супер маленькое расстояние. Еще и скин говно упал, но тут не повезло. Давайте еще одну купим также за 7 тысяч. Но тут самое приятное, это последняя остановка. 250 тысяч метров. Мы уже до нее долетали и забирали оттуда перчатки за 20 тысяч рублей. И по-честному, мне хотелось бы успеть за этот ивент, ну, как минимум, еще разочек до туда долететь. Так, со второго раза нам падает 301 рубль, продаем на балике 17 тысяч, но вроде как у нас там уже, считай, ничего не осталось, да, 1 тысяча, с них много не залутаешь. Еще у них есть барабан бонусов, вы можете его первый раз крутануть, если постригаете, по моей ссылочке в описании под видео, а второй раз по этому же промокоду, еще вот здесь у халявы тоже можете забирать. Так, ладно, мы полетели дальше открывать кейсы, давайте сейчас тронем магические, посмотрим, как сегодня вообще мистеры кейсы настроены выдавать. 1037, к сожалению, это говно. Давайте еще один, maybe со второй попыточки. Ну да, 1200, понял, продаем. Еще один открываем, но может быть все-таки будешь меня купать. Давай, родной, вы, давай, пожалуйста. 2000, ну опять хреново. Пока мы просто сливаемся, у меня еще интернет подтупливает. Это меня тоже не радует. Кейс агента, ну ты стоишь сколько? 600 рублей, ну что за говно-то, я не понимаю. Может хоть скин, ну да, да, агент тоже говно упал. На балике 12609 рублей, мы, к сожалению, немножко в дерьме. Давайте покрутим бобр курву, потому что для фарма без платок это самый лучший кейс. Он если сливает, то на чуть-чуть, а если окупает, то хорошо. Но я думаю, вы уже сами все запомнили и видели. Так, еще 5 штучек открываем, давай, родной, ну... 5 по 90 азимов, правда, так вообще бывает. Это мы продаем, открываем еще 5 штук. Давай, родной, надо выдавать. 3800, говно, еще 5 штук. 4600, но что-то меня даже кейс Бобр Курва решил сегодня слить. Но ты в основном мне всегда выдаешь, ну что это такое-то? Продаем, давайте еще 5 штук откроем. Ну пожалуйста, ну хоть пятнашечку мою можно вернуть. Вот реально, пятнашку возвращаем, открываем все бесплатки, и в принципе я счастлив. Просто пару раз меня хорошо купи, 6 тысяч, отлично. И так еще надо раза 2-3, и тогда у нас будет все плюс-минус хорошо. 3 стоит хреново, еще 5 штучек открываем. Так, 5600, это хорошо, но пока 10700, это так себе на балансе, 3000, опять хреново. Ну ладно, по факту мы стоим на месте и фармим бесплатки, это вот про что я и говорил. Если он не выдает, то хотя бы плюс-минус держит на месте и сильно не сливает. Еще 5 штучек, 2900, хреново, еще 5 штучек, ну пожалуйста! 3800. Да, дела что-то у нас прям так себе, продаем, еще 5 штучек, давай, родной, ну выдай! 4200, еще 5 штук давай. Еще 5 штук давай, также на 4545, 200. Ладно, что у нас по бесплатным, давайте посмотрим. Ну, нам осталось до элитного накрутить кейсов на 11 тысяч рублей, но тут проблема в балансе моем. То есть я смогу накрутить, но я буду в минусе даже после бесплаток, а это меня вообще не радует. Ладно, давай тебя же. Но все-таки рано или поздно ты должен выдать хорошо. Да, 2800. Короче, сегодня меня решил и Бобр Курва слить, то есть у нас... Все, нам уже даже не хватает на 5 кейсов, но это просто ужас. 3500... Да и хрен знает, как с этого камбэка, честно вам скажу. Ну, еще 4 штуки давайте. 1800, охренеть, на балансе 2000 рублей. Ну ладно, мы все бесплатки открыли, возможно, сейчас с них хорошо повезет. Если что, пацаны, бесплатные кейсы тут открываются постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. Ну какой императорский дракон, ну какой же ты мне дерьмо выдаешь? Ну
на 2500, ну более-менее, с бесплатки, конечно, приятно, но элитный может спокойно по 3-4 тысячи выдавать. Ой, ну что, может платиновый меня порадует, ты иногда тоже можешь как насыпать хорошо. Ну да-да-да, МП7 Кровоспорт, но это даже косаря не стоит. Да, хреново у нас дела, на самом деле прям очень хреново, 120 рублей, это супер плохо. Черная полоса, походу, моя продолжается. Так, Долбери, это причал, 680 рублей. Но нам сейчас хватит на один какой-нибудь кейс VIP Colors, дорогой. Я maybe красный открою за 5555 рублей. И если мне с него чисто в теории упадет какой-нибудь ножик, то мы... Кстати, 680 рублей, хорошо. То мы сможем, ну, более-менее камбэкнуть то, что просрали. Но это должно прям сильно повести, потому что в прошлых видосах меня VIP Colors жестко сливали. Так, каменный, и последний у нас остался, это ржавый после него. Ну, кстати, 160 рублей, неплохо. Так, и последний ржавый. Ну, на самом деле, 6000 рублей можно еще раскрутиться в плюс. Но, как я и говорил, должно повести. А, давайте, как и хотел, VIP Colors. Одну штучку за 5555 рублей. Родной, пожалуйста, можешь меня не подводить и выдать что-нибудь жесткое? Я тебя прошу, пожалуйста. Ну, дикое пламя тут от качества зависит. Если прямо завода, это будет плюс. Можно это будет плюс, пожалуйста? 7700, неплохо. Не знаю, как будто еще один можно. Давайте, еще одну штучку. Пожалуйста, купи, пожалуйста, купи, пожалуйста, купи, пожалуйста, купи. Пиксельный камуфляж МК. Мне кажется, это очень дорого. Я же прав, это дорого. Это 8032 стоит. Нормально, нормально. 11 кусков мы камбэкнули. Ну, хотя бы что-то пошло. Давай еще раз. Мой дракона. 3 штуки на 6000. Выдашь? Ну, 5300, хреновато. Давайте продадим. Откроем еще 3. Мои без со второй попыточки сейчас как выдашь. Так, 10061. Отлично. Ну, ладно, 15-ку мы нашу почти камбэкнули. Неплохо, неплохо. Не знаю, мне хочется порисковать еще, но это, конечно, плохая идея. Давайте вот так, карточка за 3000 вот сюда. 8600, отлично! На балике 20238 рублей, и я предлагаю на такой прекрасной ноте, когда мы смогли камбэкнуть и выйти в плюс, причем пробить красивое число, это 20 тысяч на балансе, закончить видос. Мы сегодня подняли плюс 5 кусков. С учетом того, какая у нас была ситуация, мы реально были в говне полном, то есть у нас чисто бесплатки чуть-чуть камбэкнули, и то выдали так себе. А потом начал выдавать VIP Colors. Короче, мы реально выбрались из говна. И вот в такие моменты, когда ты уже в плюсе, лучше просто остановиться. Поднять плюс 5000 рублей к балансу, я считаю, это очень даже достойный результат. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покупать на Гагадропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про дракоины, барабан бонусов, бонусы, короче, халявы на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика, я считаю, за такой красивый камбэк. Ну, пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.